Это полный провал. Они уже кандидаты на вылет, хотя сезон еще только начался. Да, рановато давать оценки. И посмотрим, что игроки смогут показать по ходу чемпионата. Все верно. Края надо чаще задействовать. Нет, не дошел этот пас до адреса. Посильнее, подальше. Все правильно. Швайнштайгер. Явная ошибка защитника. Мяч потерян. Грубо. Может быть, интересно. Свисток штрафной. Озил. Тут может что-то получиться. Можно подать. Есть поддержка в этой атаке. Можно что-то придумать. Хорошая игра защитника. Чисто сыграно. Джерард. Какой удар. С углового мяч будет виден. Центр штрафной, мяч направлен. Пирло легко справляется вратарь с угрозой. Озил поднимает флажок, боковой арбитр. Поторопился атакующий игрок, залез в офсайд. Фарфан. Есть адрес у этой передачи. Где же удар? Счет открыт. Быстрый гол смогли забить. О лучшем начале, наверное, и мечтать не могли. А вот сопернику теперь действительно будет очень тяжело вернуться в игру. Ну как так можно давать играть? Это же просто расстрел какой-то на месте. Да, это потеря концентрации. А чем еще можно объяснить вот такую вальяжность в действиях защитника? Судья дает продолжить игру. Нарушение очевидное, и судья может показать карточку. Аут. Да, над вводом мяча из аута им явно стоит еще поработать. Ну вот и все. Отворот показывает арбитр. Керрик. Швайнштайгер. Посмотрим за этой атакой. Пирло. Швайнштайгер. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Швайнштайн. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Отлично сыграно, надо решать. Мяч у защитника, он сыграл надежно. Керрик.
Рамос. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Озил. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Удар! Вратарь ведет мяч в игру, покажет нам свой могучий удар. Ничего даже делать не пришлось, чтобы этот пас перехватить. Напрашивался этот пас. Через центр сложно пройти. Фарфан. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Керрик. Санчес. Джерард. Рамос. Яо Куаси. Какой-то, знаете, между собойчик. В центральной зоне передачи должны быть точнее. Защитник перехватил. Как он работает? Был фол, тут нечего обсуждать. А что насчет карточки? Предупреждение получает игрок. И это удар! Вот это спасение! Раньше это называлось корнер, но теперь мы говорим угловой. И разыграть решили угловой. Спокойно выбивают мяч далеко в поле. У нас угловой. Вот так вот хитрят. Угловой разыгран. Пытается защита выбить мяч. Пирло. Кажется, появляется возможность для потенциально очень опасной контратаки. Увидел открыт. Шикарный момент! Гол! Забивают еще один мяч они. И теперь в два мяча ведут. И из такой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику. 2-0. Самый нелюбимый счет Фабио Капелло. Это может быть опасная атака. Защита справляется. Отличный отбор, но кому-то... И как опасно пробил. Спасает голкипер ворота, но придется ему еще стараться. И как пробил. Подача в штрафную там. Так, свисток мы слышали. А что дальше? Какое решение примет арбитр? На желтую, пожалуй, игрок наработал в этом эпизоде. Забирает мяч голкипер.
перерыв закончен. Команды на поле. Арбитр дал сигнал начинать. И у нас второй тайм. Поехали. Тут может что-то получиться. Штрафную подачу. Есть там кому сыграть. Отличное спасение. Отбил мяч вратарь. Игра остановлена. Будет угловой. Мяч летит в центр штрафной. Это шанс. Забивай. Прекрасный гол. На удары низом голкиперам всегда труднее реагировать, так как нужно вытягиваться буквально в струну. Резкий, короткий удар, не берущийся и точный. Я думаю, высказывает сейчас что-то голкипер игрокам обороны, но тут ситуация как в пословице. Нечего, дорогой мой, на зеркало пенить. Да-да, дальше мы знаем, все именно так. Так бывает, и не обязательно, чтобы одна команда была на порядок лучше другой. Просто у одной все получается, а у другой ничего. Керри. Удар! Пока неплохо. И мяч у вратаря. Без труда он его забирает. Ушел мяч. Аут. Можно было получше мячом распорядиться. Пас на ход партнеру. Прошел пас, можно обострять. Удивительный удар. Удивительно неточный. И это при том, что ему никто не мешал. Да, вышел один на один, решил пробить на силу. То ли силу не рассчитал, то ли ударить нормально не получилось. В общем, не реализовал железобетонный момент. Мяч ушел в аут. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Это может быть опасно. Сбрасывает мяч. Йоу Куаси. Спас. Отличное спасение. И мяч у него. Вратарь первый на мяче. И снова вратарь. И снова на высоте. Угловой удар назначает арбитр. И прямо в центр штрафной полетел мяч. Не стал ничего придумывать защитник. Просто вынес за боковую. Да, над вводом мяча из аута им явно стоит еще поработать. Бить можно и забивать. Удар. А тут что? Гол. Гол. Еще раз гол. Мяч оказался как будто скользкий. Вратарь, к сожалению, его удержать не сумел и тут же был за это наказан. Как по нотам была разыграна атака, и неудивительно, что она привела к взятию ворот. Претензии к обороне вполне очевидны. В таких моментах нужно играть внимательно. Впечатление такое, что просто над соперником издеваются. Это может быть опасно. Удар поворотом. Сейф, но атака продолжается. Это штрафной. Левандовский. Швайнштайгер. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом.
Что-то фанаты хозяйской команды поутихли, игру соперник контролирует. Да, когда твоя команда уступает по всем статьям, тут явно не до веселья. Керрик. Ну что думать-то, вперед! Опасно! Хороший момент, но защитник на высоте. Озил. Видит игрока впереди и отдает пас на ход. Санчес. Прошла передача, можно выходить к воротам. Увидел открывание впереди, делает передачу. Судья назначил угловую. В центр штрафной подан мяч с углового. Выбит мяч из штрафной. И как пробил. Арбитр назначает угловую. Отличный удар. Прекрасный гол. Этого парня сегодня просто не остановить. Этим голом он записывает на свой счет хет-трик. Шикарная атака приводит к такому же шикарному голу. Хорошая подача с углового и гол. Посмотрим еще раз. Ну, теперь матч можно с полным правом назвать по одну калитку. Снова точный пас в его исполнении. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Керрик. И есть поддержка у этой атаки. Атака продолжается. А вот сейчас может быть опасно. Влетает мяч в сетку. Удается им забить гол престижа. Буквально раскатали сейчас вратаря. Да, оборона полностью провалилась. И у нападающих была полная свобода выбора. Игра продолжается. У нас уже 5-1. Вот за таких ребят болельщики-то и переживают по-настоящему. Но, казалось бы, никаких шансов у них сегодня не было, но гол своим фанатам они все-таки подарили. Молодцы. Да, вот такие моменты греют души фанатам. Отличный момент получился. Из этой атаки он на классный пас. Можно двигаться дальше. Вот это удар! Фарфан. 5 минут осталось до конца этого матча. Спасибо. Отличный пас, сказал соперник. Джерард. Есть адрес у этой передачи. И мимо ворот мяч идет. Да, и стоит все-таки отметить действия команды в обороне. Они помешали пробить точно. Ты знаешь, я когда был маленький, всегда болел за слабых на самом деле. И сегодня вот как-то поневоле хотелось симпатизировать той команде, которую приговорили еще, по-моему, до выхода на поле. И к крупному поражению, надо сказать. Но она бьется сегодня замечательно, как, а? И, может быть, поэтому фаворит смотрится бледно. Вот что самое интересное. Сколько бы раз на протяжении матча счет не менялся, все равно хочется болеть за проигрывающих. Вот что удивительно. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. У нас угловой. И прямо в центр штрафной мяч летит. Очередной угловой будет подавать команда. Интересно, что они задумали. Быстро разыгран угловой. Навешивает в штрафную. Есть там кому сыграть. Хороший вынос мяча из штрафной. Появляются свободные зоны. Самое время контратаковать. Пирло. Один из последних свистков в матче. Арбитр демонстрирует нам, что он хорошо все помнит и показывает желтую карточку за нарушение, которое было несколько мгновений назад. Да, очень грамотная работа рефери. Мяч оставался ведь у пострадавшей стороны, и важно было не сорвать перспективную атаку. И выносится мяч из штрафной. Основное время и звучит финал.